Привет, друзья! Сергей Трофимов заслужил известность у меломанов всех уровней под сценическим именем Трофим. Певец и композитор, давно получивший звание заслуженного артиста РФ, исполняет композиции в разных стилях – шансона, романса, рока, авторской песни. Певец, выступающий под псевдонимом Трофим, давно заслужил популярность у российских меломанов. Его творческая карьера началась с композиторской деятельности. Для звезд российской эстрады Сергей Трофимов написал целый ряд песен, ставших хитами. После он сам стал звездой первой величины, песни в его исполнении находят живой отклик в душе многочисленных поклонников. Трофим – коренной москвич. Он родился в ноябре 1966 года. Родители малыша, юные и неопытные, оказались не готовы к семейной жизни. Бытовые трудности помешали им сберечь теплые чувства друг к другу. В 1969 году, когда Сереже было 3 года, супруги приняли решение о разводе. Отныне вся ответственность за воспитание ребенка легла на плечи его мамы Галины Федоровны. Молодой женщине было нелегко, но она старалась, чтобы Сережа ни в чем не нуждался. Сергей, рожденный под знаком Скорпиона, с ранних лет рос настоящим перфекционистом. Ему хотелось во всем быть первым и лучшим. Мальчик хорошо учился сразу в 2 школах, общеобразовательной и музыкальной. Педагоги ценили его за способности и трудолюбие. Когда Сергею было 7 лет, мама записала его в хор Московской государственной капеллы, созданной при институте имени Гнесиных. Все детство этого мальчика прошло в сопровождении музыки. Сложные вопросы о выборе профессии перед ним даже не стояли, он знал, что его будущее всегда будет связано с музыкой. Получив аттестат зрелости, юноша стал студентом Института культуры. Затем он получал образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского по специальности «Теория и композиция». Его студенческая юность была интересной и насыщенной. В 1985 году Сергей стал участником 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Выступление молодого человека на этом празднике было отмечено специальным дипломом. Это достижение вдохновило Сергея на следующие свершения. В 20 лет он начал выступать на сцене как рок-исполнитель. Сергей Трофимов рассказал в эфире «Судьбы человека», что в первый раз женился в 20 лет. В столь юном возрасте певец уже давал концерты, на одном из выступлений он и встретил первую супругу Наталью. По словам Сергея, он сразу же влюбился. Вскоре у пары родилась дочь Анна. Спустя несколько лет супруги развелись. Как объяснил музыкант, в тот момент он переживал творческий кризис. Да и мама артиста не желала принимать невестку. Когда развелись, я был в не очень хорошей ситуации. Потом опять все наладилось. Наташа вернулась, мне ее жалко стало, и мы снова сошлись, признался Сергей. Певец заявил, что всячески пытался сохранить первую семью, в течение 15 лет ему было жаль оставлять дочь без отца и супругу без поддержки. Однако, по его мнению, он и Наталья изначально были совершенно разными людьми. Это нужно было рвать. И рвать сразу. Бесповоротно. Но ты это понимаешь с годами, резюмировал Трофимов. Сергей рассказал, что второй брак с Натальей вскоре вновь стал рушиться. В этот же период он встретил Юлию Мешину. Трофимов влюбился в женщину с первого взгляда. Однако она выбрала Александра Абдулова и ушла к нему. Музыкант разрывался между законной супругой и Юлией. По признанию Сергея, в душевных муках у него рождались самые лучшие композиции. К Юле были какие-то чувства определенные. «Просто я уже взрослым мальчиком был, я понимал, что мы не пара. Это как волк, который по лесу идет и понимает, вот эта ягода съедобная, а это нет. Я чувствовал ответственность за Наташу, за Аню. А с другой стороны, я осознавал, что не могу остаться. Приходил домой, как в чужую семью. Но все это хорошо сказывается на творчестве, ты ж страдаешь», — поделился Трофимов. В итоге Сергей с Натальей расстался, оставив ей все имущество, и не смог построить отношения с Юлией. А вскоре судьба приготовила для него новый сюрприз. Девушка по имени Анастасия, попав на концерт Трофима, с первого взгляда осознала, что не сможет жить без него. «Понимаете, Настя очень глубокий человек. Что меня убило, когда мы только начали встречаться, она так мало ела. И я понял, что мы можем часто ходить в рестораны», — иронично отметил артист. Вскоре Сергей и Анастасия поженились. У пары родились сын Иван и дочь Елизавета. Трофимов поддерживает отношения и со взрослой дочкой Анной. Девушка часто гостит у знаменитого папы и обожает младших брата и сестру.
делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.